20 сентября 2023 год. Афоризм на сегодня будет про спасателей. Видимо, таких как россияне, припершиеся в Украину спасать русскоязычных вроде меня. Спасатели – это люди, готовые всегда помочь в вашей беде, если она сама не справляется. Написал я 8 февраля 2011 года. Конечно, писал я тогда это не о россиянах и расистах, но очень уж к месту. Спасатели – это люди, всегда готовые помочь вашей беде, если она сама не справляется. Точно про россиян, медвежьи услуги. Болезнь их медвежья, услуги медвежья,